Уметь правильно и оперативно обращаться с оружием, пожалуй, один из самых важных пунктов в работе инспектора. На практике им нередко приходится целиться в мишень при преследовании и задержании нарушителей. Поэтому стрельбы с опытными коллегами-преподавателями из числа специалистов госинспекции стали первым этапом занятий по профессиональной подготовке. Люди в камуфляжной форме демонстрировали свое умение попадать в яблочко как из автомата, так и из пистолета. Сотрудник в ходе полевых контрольных мероприятий должен быть готов в любой момент к применению и использованию боевого табельного оружия. Значит, данное мероприятие помогает, в принципе, практически приобрести, как с ним обращаться. Цель занятий, прежде всего, чтобы каждый сотрудник мог в любой момент применить и использовать оружие, не боялся этого. Учебные сборы проводятся ежедневно в межрайонных инспекциях на самостоятельной основе и ежемесячно с личным составом в областях страны. Каждое занятие позволяет участникам совершенствовать свои навыки и умения, которые они применяют на практике. Все это положительным образом сказывается на качестве работы и статистике правонарушений. Тяжесть правонарушений неуклонно снижается. И на сегодняшний день мы уже однозначно отмечаем о том, что все меньше и меньше участвуют в противоправных действиях должностные лица, которые наделены какими-то полномочиями. Все меньше становится организованных групп, поэтому порядка становится больше. Второй год подряд количество правонарушений снижается, в том числе правонарушений с признаками состава преступления. В сравнении с прошлым годом мы наблюдаем снижение с аналогичным периодом прошлого года где-то порядка 15-18%. Кроме стрельб, на Брестском полигоне было инициировано преследование и задержание злостного нарушителя-браконьера. В ходе занятий сотрудники ОМОНа продемонстрировали присутствующим боевые приемы при сопротивлении преступника. Подобные занятия особенно важны для молодых сотрудников, а другие имеют возможность обменяться накопленным опытом. Новые знания и навыки нужны госинспекторам, чтобы противостоять все более технически оснащенным нарушителям, использующим различные уловки и юридические тонкости для ухода от ответственности. Немаловажным является и фактор самозащиты. Юридическая грамотность и физическая сноровка – залог успеха в нелегкой службе государственного инспектора охраны животного и растительного мира.